В Венгрии за перевозку нелегальных мигрантов в этом году задержаны уже 30 латвийцев. В латвийском МИДе говорят, их активно вербуют в соцсетях. Людям предлагают высокие зарплаты и рассчитывают на то, что они не знают языка. Задержанным грозит уголовная ответственность. Подробности у Эмилии Гаспарян. В Министерстве иностранных дел Латвии бьют тревогу. Международные преступные группировки активно вербуют граждан Латвии в соцсетях. Людям предлагают работу перевозчиками в европейских странах – Венгрии, Чехии, Хорватии, Польше и Сербии. А в действительности поручают нелегально ввозить на территорию Евросоюза иммигрантов из третьих стран. Мы обеспокоены, потому что в этом году таких случаев уже 30. 30 задержанных жителей Латвии в Венгрии. Возможности помощи ограничены, потому что места содержания под стражей перегружены, так как задерживают не только латвийцев. Поэтому призываем быть внимательными и не попадаться в руки преступных группировок. В МИДе говорят, что в основном вербовщики предлагают необъективно высокую и заманчивую зарплату, а также требуют, чтобы человек максимально быстро принял решение о предложении на работу. Профиль среднестатистического задержанного – мужчина от 20 до 40 лет, перевозчик с микроавтобусом или легковой машиной. Конечно, мы не исключаем, что бывают случаи, когда человек понимает, что от него требуют. Но вербовщики говорят, ничего за это не будет, вас быстро отпустят, так как поймут, что вы не знаете языка, вас сразу депортируют. Но так это не происходит. Если совершено преступление и перевезены иммигранты, за это будут соответствующие наказания. В МИДе отмечают, что за нелегальную перевозку иммигрантов, например, в Венгрии, человеку может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Если граждане Латвии подозревают, что им предлагают незаконную деятельность, МИД предлагает им обратиться в ближайшее отделение полиции. А родственникам, обнаружившим, что человек пропал в чужой стране и с ним невозможно связаться, обращаться в МИД с просьбой объявить его в розыск. Эмилия Гаспарян, РУС ЛСМ.